начале заседания Степногорской городской территориальной избирательной комиссии. На 25 июля текущего года было назначено важное политическое событие для всей страны. Это выборы акимов городов районного значения, поселков, сел и сельских округов. Общее количество избирателей по нашему региону составило 7594 человека. Общее число избирателей, принявших участие в голосовании, 4611. Тем самым явка избирателей составила 60,7%. По итогам выборов в поселке Бестюбе из общего числа голосов, поданных за кандидатов, наибольшее количество отдано за кандидата Кабайса Рым Валерьевича, набравшего 90,6%. В поселке Заводской из общего числа голосов, поданных за кандидатов, наибольшее количество отдано за кандидата Мадьярова Марата Ислимбековича, набравшего 89,8%. В селе Карабулак из общего числа голосов, поданных за кандидатов, наибольшее количество голосов отдано за кандидата Исмагулова Мусулманбека Баукеновича, набравшего 57,5% голосов. В селе Изобилия из общего числа голосов, поданных за кандидатов, наибольшее количество отдано за кандидата Джаксыбаева Руслана Шертаевича, набравшего 88,9%. В Адыгейском сельском округе из общего числа голосов, поданных за кандидатов, наибольшее количество отдано за кандидата Утискана Жанибека, набравшего 49,4%. Разрешите от имени Степногорской городской территориальной избирательной комиссии поздравить всех участников избирательного процесса с его завершением, а также поздравить всех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов с победой, пожелать всем вновь избранным акимам успехов в предстоящей работе, полного взаимодействия с населением поселков и сел и конструктивной работы с местным сообществом. Уверены, что вы на самом деле профессионалы. Многие из вас работали на госслужбе, кто-то приходит впервые в государственную службу, но тем не менее, хочу пожелать вам удачи, успехов в этом нелегком, на самом деле, нелегком труде.